8 километрах от Палермо находится населенный пункт Монреаль, знаменитый далеко за пределами Сицилии своим великолепным Домским собором, на стенах которого нанесено свыше 600 метров панно из мозаики. И наш экскурсовод в течение 45 минут рассказывает нам, где, что, вот такой талон между такими окнами, какие события из Ветхого и Нового Завета происходят. А я просто даю вам возможность без подробных рассказов полюбоваться этим чудом, созданным человеческими руками. Итак, это Домский собор в Монреале. Королевская гора. Тридцать пять метров в высоту, 40 метров в ширину и около 100 метров в длину этот собор. Невероятное произведение искусства архитекторов, возведенное в XII веке.